Ку-ку, ребят, и вы на канале Ку-ку Шоу, я его ведущая Эля. Это продолжение Atomic Heart, сегодня третья часть. Господи, как же я надеюсь, что я правильно сохранилась и все нормально будет. А еще с каждой частью мне играть становится все страшнее и страшнее. В конце видео дам оценочку по шкале от 1 до 10, сколько минус сердечек у меня. Господи, пожалуйста, пожалуйста, хоть бы мы на том же месте были, потому что... Перед началом ролика, пока это все не началось, не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, включить колокольчик. Очень сильно важно. Иду к цели 1000 подписчиков. Да ёкарный бабай. Ой, я не на том же месте. Так, короче, все, я дошла до этого замочка уже. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс. Я уже слышала эту шутку. А ты любишь печеньки? Сейчас мы быстренько пройдем головоломочку. Кстати, мне тут сказали, что я, оказывается, не все коробки здесь посмотрела. Вот как раз таки дополнительная возможность у нас выдалась. А что, эти нельзя посмотреть, это да? Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Во, вот так мне спокойнее. Во, вот это я не посмотрела. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Так, ну вроде бы все собрали. Это мы прочитаем на всякий случай вот так еще раз. Я помню, что тут вроде ничего важного не было. Так, сейчас что? Собираем вот это. Сверху синенькое и две оранжевенькие снизу. Так оно и так так. Нет разве? Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. А, мне надо, чтобы внизу синенькое получилось, а наверху красненькие. Ага, все, теперь тут красненькое. Порядок. Питание восстановлено, можно возвращаться. Вот, собственно, на этом мы и закончили в тот раз. Так, сейчас внимательно следим за этими камерами. Я уже их не боюсь, все, никого не боюсь. Ну, и в какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Так в какой идти? Куда жать? Вот сюда. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Доберитесь до магнитной двери и используйте шок на магните. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Все, хватит ругаться, мальчики. Так, мне вот сюда. Сейчас по-любому здесь будет замес, да? Похоже на место замеса. Напоминаю, ну давайте. Дверь закрыта, но электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Вот что вот это дрожит? Это просто баг? Или это робот? Ага. Ну ладно. Я уже испугалась. Вы давайте вот из этой двери идите. Туалет номер раз. Здесь никого не будет. Так, в туалете я ничего собрать не могу, а то меня ругают постоянно, что я не все собираю, что можно. А, вход запрещен, лифт для подачи чего-то там. Но я это не открою. Черт. Так, а мне куда? Мне вот к этой двери, что ли? Вон там роботы красненькие вижу. Так, и что, вэшечку нажимаем, да? Доберитесь до магнита и используйте шок на магните. А где магнит?
Вот этот внизу, что ли, может быть? Нет. Ну сейчас подождем перезарядку. Внимание. Всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел. Повестка. Хоба! Что? Замес? Замес? Замес. Используйте шок на противниках, чтобы приостановить их или даже уничтожить. Ну давайте. Где противники? Вон, я вижу. Давай. Их много. Давайте, давайте. Нападайте. Чё, ты меня видишь? Ты меня видишь. Ой, мама. Ой. Давай, шок. Ой, где еще третий? Так, этих двоих мы сейчас соберем с них. Я забыла, правда, как собирать. Ой. Как собирать? Я забыла. Перчатка на какую штучку используется? Так, о, прыжок заработал. А, F, ёкарный бабай. Все. Что-то собрали. Вот это что? Беленькое там было. Просто какой-то фонарик. Так, ну ладно, чувак, давай вот на тебе проэкспериментируем с этими нашими. Давай, беги на меня, беги, беги. Так, звук тебе ничего не даст, да? Ну ладно, давай тут поиграем. Ему вообще пофиг. А что с молоточком моим? Он сломался или что? Ой, как тут спокойно. Ой, как мне нравится. Сохранялочка. Это полезно. Что-то я очень хоро... Патроны для дробовика... А, ну это мой... Чертеж я нашла. Теперь я могу делать патроны. Так, ну давай. Ты Элеонора или ты... Майор, оружие или способности? Ты не Элеонора. Ствол качнуть надо позарез. Или полимерные улучшения. А что? Что нам надо? Наверное, ствол лучше. Хотя нет, лучше полимерный или ствол. Да ствола у меня так-то и нет. У меня там только эта хрень. Так. Это недоступно, недоступно. Удельная рециркулярные магазины ваша в ходе модернизации получают дополнительную энергетическую ячейку. Массовый телекинез. Получить. Элемент недоступен. Стужа. Короче, ясно. Значит, мы... Ой, продолжить игру, что я нажала. Еще раз. Доступ разрешен. Короче... Честно, я не понимаю, как этим пользоваться. Возможно, позже что-нибудь мы сможем с этим сделать. Хотя у меня так дофига всего вроде бы. Доступ разрешен. Опа, у меня потухла лампа. Продолжаем, у меня какие-то паранормальные вещи тут происходят. Я могу сломать цветок? А телевизор? Нет. А лампу могу. Так, ну ладно, надеюсь, вы там заново не заспавнились. Очень сильно на это надеюсь. Звуки тут не очень радужные. Это я не могу использовать. А вот с этого, кстати, я не собрала ничего.
Опа, это что там крутится? Комплекс Вавилов. Одно из крупнейших подразделений предприятия 3826. Другого пути вперед нет. Придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски оттуда. Ну и как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. А я чё? Я ничего, я только пешком, да? Ну, пешком так пешком. Так, тут чё? О, сундук. А я там ничего не пропустила? Чисто так, случайненько. Не, вроде бы ничего. Коробки ничего. А сундук? Ой, вы там чё, с ума сошли? Вы меня сейчас сбривать будете? Ой, как она быстро ездит. Это не открывается. Через полимер можно проплыть, но впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Но это полимер, оказывается. А там что? Ну ладно, зря мы сюда пришли, тут ничего полезного. Так, а у меня что? У меня дыхание какое-то, типа... Что за голоса? У меня так много вопросов, так мало ответов. Ой, господи, я испугалась тебя. Так, что? И как я должен ее перезапустить? Где? Вот он, путь. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Это... Что такое был? Чего? Не поедем по схеме кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поедем. Твою мать, так он живой? Схема, схема. Нужна схема. Это болтающий труп. Вокруг нас только трупы. Что застыл, как и все тут? Не поедут. Без схемы не поедут. У мертвых остаточно срабатывает нейрополимерная память. Некоторое время после смерти они способны выдавать примитивную информацию. Фуникулерчик. Да ну нафиг. А, ой, подожди, я ж не поговорила с ним. Не поеду без схемы кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поеду. Твою мать, так он живой? Схема. Блин, сейчас еще раз это заново слушать. Я не заметила, что там были варианты выбора ответа. Вокруг нас только трупы. Что застыло, как и все? Не поедут. Без схемы не поедут. У мертвых остаточно срабатывает нейрополимерная память. Некоторое время после смерти они способны выдавать примитивную информацию. Я уже слышала. Охренеть. Где эта схема-то? Схема? Схема, без которой кабинки не поедут. Где она? Она у смотрителя станции. Он не добежал.
не поспела за мной. Сегодня вы поедете над морским побережьем. Да тут все, блин, померли. Смотритель помер в этом тоннеле? В этом. Он помер, и все застыло. Перед глазами застыло. Новая столица нашего с вами Советского Союза, которая поднимется в воздух уже через 10. Товарищ... Схема точно у смотрителя? Он что, носит ее с собой постоянно? Новая... Логично. Носит схему. Все время. Смотрите, выведите икар. Схема нужна. Ага. Иду искать. Это могучая планета. А где искать-то? Надо сказать спасибо. Твою мать, говорящие трубы. Что вы сказали, товарищ майор? Так, вообще, вот тут вот открывается дверь. Да и после повоевать приходилось. Много чего видел. Но говорящие трубы — это, блядь, интересный опыт. Как такое стало возможно? Это результат остаточной активности нейрополимерной памяти. Все погибшие прошли полимеризацию. Их головной мозг еще не начал разлагаться и сохраняет контакт этот молчаливый с введенным нейрополимером. Ну тут типа яма, сюда нам не надо. Ну чё? А чё, зачем я сюда поплыла, если у меня указатель есть? Ой, мама. Чё? Хоба. Что-то синенькое. Что-то нужное, значит? А как вот сюда забраться? Никак? А синенькое это что было? Сундучок. Ой, как они страшно катаются, сбить могут. Вот он. А вот и схема. Темнота какая? Ну да, вот он. Я ж смотритель, я там каждый уголок знаю. Прорвемся. Все? А как подобрать? Ай! Я схему потерял. Слышишь? Она где-то тут. Надо найти. Да вот она, как мне ее взять только? Крас. То есть это не покойник с ним разговаривает? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От одной минуты до двух суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Понятно. То есть не всегда имеет смысл запоминать, что они говорят. Я на самом деле специально не запоминала. Я вроде бы так запомнила. Так, и что мы получается? Ой, надеюсь, сработает. Фуникулярная линия активирована. Уважаемые пассажиры, займите свои места согласно купленным билетам. Извини, но сегодня я зайца. Мы готовы к поездке. 10. Ой, сейчас 10, веселуха будет. 8, 7, 6. Да прям. Прям вот везде был обратный отчет в таких фуникулерных станциях, да? Сдолбанный в хлам. Доехать бы без приключений. Как мне нравится, когда можно просто ехать. Ой. Жесть какая. Ой-ой-ой. Ко мне там никто на крышу не запрыгнул? Лучше пешком пошли. Черт, я так и знал, что спокойно не доеду. Так, а где эти? Ой! Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди!
Все? Вас двое было? Так, и куда мне? Где указатель? Я что-то не вижу. А куда идти? Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает разных подготовок. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Ой. А как... Все, вопрос снят. Так. Ну, пошли. Я уже не боюсь этих чуваков на самом-то деле. Уже привыкла к ним. А чё делать? Прыгать? Ну да, вот какая-то есть приступочка. Вот это что блестит, свистит. Нажимайте пробел и В возле трубы или схожего объекта, чтобы зацепиться. Ой. Да не то, чтобы неожиданно. Иначе я бы до наших дней не дожил. Музыка вообще неожиданности не создавала. Ой. А что делать? Раз. Это ведь был Бро. Горнопроходческий роб. Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Что за жесть? Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. А что, идти-то можно, или он выскочит и убьет меня? Вот здесь я, видимо, должна была зашкериться и спрятаться от него, от неожиданности. Черненький, здравствуйте. Ты где, друг? Вот ты помер. Так, а чё? Мы куда пляшем? Вот это что? А, это трупики. Вовчик, а ты мне что, не поделишься? А так? А так поделишься. Умничка. Как пройти? Понял, принял, осознал.
Что, нет никого? Супер, отлично. Но музыка, честно, мне не нравится. Так. Подкова какая-то. Тут что? Вот еще сундучочек. Еще вот. О, с трупом поговорить можно. Я вот и говорю, дорогой товарищ, такая ирония. Я за ними ухаживал, восхищался. Могучие, продуманные. И вдруг такая ирония. Вы о чем? Муравы. Лучшая отечественная разработка. Когда сапна вышла. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Так. Вы обслуживали буравов? С первых дней с ними вместе. Мы тут почти все предприятие возвели. Когда-то тут ни моря искусственного не было, ни полей, ни лесов. Что уж там про фуникулерную сеть говорить. Одни горы были кругом. Сейчас не каждый вспомнит, как тут раньше было. А все они, буравы, горы свернули. Целую структуру отстроили. А теперь они же все и рушат, что создали. Не ведают, что творят. Машина же, что ребенок. Без любви и присмотра в электронном разуме лишь суматоха. Ты вот и говорил, дорогой товарищ, такая ирония. Простите, я ушел. А, вот еще чемоданчик. А на чем я висю? Я что, забагалась? На чем я висела? Запрыгнуть сюда. Я слезть не могу. Как слезть, я не понимаю. Жесть, ребят, я забагалась и не могу отсюда слезть. Я на все кнопки нажала, что можно. Короче, ребят, я посмотрела в интернете, я реально застряла в текстурах. Это частая проблема. И пишут, что сделать ничего нельзя, кроме того, чтобы начать с крайней сохраненной точки. Поэтому предлагаю на сегодня, пожалуй, оставить паузу, закончить. А завтра выйдет уже, получается, четвертая часть. Я пройду до этого момента заново, уже без камер. И все, и будем дальше продолжать играть. Я обещала в начале ролика, что оценю эту часть по 10-бальной шкале по уровню страха. Сегодня была где-то четверочка-пятерочка. Потому что я уже привыкла к этим вовчикам, все, я уже их не так боюсь. Ну и в целом, вот. Мне так нравится в это играть. Я очень рада, что вам тоже нравится, судя по комментариям. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки и включать колокольчик. Это очень сильно важно. Все. Всем сердечки. Пока-пока.